Всех приветствую на канале Пири Катикольский. Как давно я не говорил этих слов в камеру, потому что некому было снимать, снимал сам. Сегодня у нас 19 сентября, золотая осень, как вы видите. Она причем уже пришла давно. Едем на полуостров Средний, на полуостров Рыбачий. Везем свои семьи посмотреть на красоту. В настоящий момент двигаемся по Пещерской дороге в сторону Титовки. Пока что в составе 4 машины. Саня Паджеро Спорт, Сток, Андрюха на УАЗе. Там у вас хороший, бодренький, подготовленный я. И Слава на Дастере. Взяли дополнительные комплекты одежды, много шатров, много тентов. Будем отдыхать. Сапоги взяли. Без сапог вообще никуда. В основном сегодня у нас туристический маршрут, красоты и так далее. Но нас догоняет две машины. Это Герман на своей Белке, на Шниве. И Миша на Кукурузере 80. Я думаю, будет довольно-таки интересно, потому что я уже соскучился по бездорожью. А у Германа вообще прям все чешется и зудит. Ну, будем отдыхать, будем веселиться. Оставайтесь на нашем канале, мы едем дальше. Нормально преследуем какого-то крузака, не дает обогнать себе. Мы уже ему и моргали, и сигналили. Ой, вообще никак. Шпарит нещадно. Андрюха запаздывает. Че, помедленнее ехать будем или как? Кто-то сзади подостает, я смотрю. Да езжайте, езжайте. Нормально все. Догоню. О, свет. Наоборот, отмечал, да? Осторожно под ногами, мокро. Сыро, да. А нет, тут уже мокро. Туда лучше пройти. Вот. Сюда? Да, сюда. Отлично, пошли сюда. Тут, видимо, какие-то склады были. Тут они, получается, какие-то учебные классы были, похоже. На край, на самый не наступайте. Да. А что это за вода? Как по этой, по пусковой трубе. А это вот настоящий тактический столик. Да. И у вас разработка чего-то интересного. Ну и самое интересное, да, Можно спалить наверх, посмотреть бронированные окна. Настя, попалились наверх? А что? Ну там интересно. Полезешь? Хочу. Ну давай залезай туда, посмотри как-то. Папа, а ты не будешь ловить? Я там был уже много раз. И снится нам трава, трава. И снится нам не рокот космодрома. Так, это что? Тут батарейки какие-то. Клювики. А, это смотровой пункт какой-то, да, получается? Папа, тут какие-то батарейки. Кстати, можно нормально и друзей расположить, если что, и комнаты, смотри. Санузел раздельный, дом кирпичный. Одна семья, две семьи, много подсобных помещений. Это по-любому еще секретный хранитель. Ну, вон тебе, ходить под напряжением. Подожди, сейчас отвлекаю.
Спасибо. Там еще. Я думаю, подниматься на вот эту путь. Нормально. Это командный просто наблюдательный ход туда. Там такая тема. Че, квест начинается? А? Квест начинается? Да. Там уже там мы не увидим. Где тема? Там вообще тема. Сейчас мы еще пойдем на смотровую интересную. Пойдем. Не, ну там бункер мне понравился. Вообще смотришь, как в это маленькое окошко, ну, какая травка. О, Настя. Травка какая прям на море. А если еще кого-нибудь по рации попросить, чтобы с другой стороны сюда давили? Больница. Я хочу туда залезть. Для защиты. А там ты не залезешь туда. А там что? Почему не залезем? Ну, у тебя негде там встать. А давай попробуем. В раскоряку. А там что? Что-то. Правильно. Оба. И еще лезем в какой-то наблюдательный пункт. Обалдеть. Вот это красиво. Вот это красивое место, реально. Скажи, под самыми-самыми кустами? С нашей стороны, по левой части идти в кустах. Прям бортом по кустам? Прям около кустов, да. Еще. Едем от берега Рыжих Камней в сторону Двух Братьев и дальше на базу в Озерки отдыхать, расставлять лагерь. На сегодня программа максимум у нас выполнена. Тур удался, за исключением небольших нюансов. Саня потерял номер. А так, в принципе, у нас все хорошо. Вот это река Выкат, брод Туманка. Вот тут его надо обходить. Ну я не знаю, но колени мои не хотят ехать. Да нет, для него нормально. Там колесо. Больше. Это он еще волну бампером разогнал. Вон, видишь, стоит веточка. Смотри, Иван. Видишь, веточка стоит специальная. Видел, Андрюх? Ее не пересекать. Да мне нафиг надо. В мокрой машине, знаешь, как круто ночевать. Много газа. Это так нормально.
что-то он много волны. Во! Ой. Это я, не бойся. Ну все, и крайний Андрюха. Вот так. Ты не видишь, что я выгоню? Трансформат Тревел Герыча. От Герыча. Герыча. Стоянка, мы заехали в заброшенный военный гарнизон, чтобы спрятаться от дождя. Мы зашли в ангар, расчистили себе место, развели костерчик и готовим кушать. На ужин у нас сегодня гречневая каша с тушенкой, макароны с тушенкой, так сказать, макароны по-свински Антоха готовит. Скоро? По-скотски. Желудок урчит, скоро готовят будут. Нет? Это не точная информация. Ясно. Ну, как всегда, много-много мяса. Подходит. Ну, где там? Да. Уже пахнет. Река Скоробельская. Нашли более или менее проезжабельный объезд. Сейчас посмотрим, как это выглядит. Идем к водопаду на реке Скоробеевская. Небольшой каскадик водопадов. Вот вся наша орда стоит. И будем двигаться в сторону дома. Ух, ветрище. Красота.